Внезапный интерес к культуре у жителей и гостей столицы сегодня активно обсуждают казахстанцы. Десятки тысяч посетителей атаковали Национальный музей. Массовая тяга к духовным ценностям проснулась во время бесплатной акции «Ночь музеев». Длинные очереди у входа, давка на лестницах и толпы в залах затмили даже саму программу культурного мероприятия. Прикоснуться к бесплатному прекрасному посетители спешили даже с младенцами в колясках. Крупнейший музей страны площадью 74 квадратных метра все-таки вместил всех желающих. Хорошему вкусу пришедших порадовался и министр культуры. Асхат Уралов происходящее назвал фурором. На севере страны, впрочем, как и в других регионах, такого наплыва посетителей в музеях не было, хотя акция проходила по всему Казахстану. В Петропавловске на коллекцию самоваров, старинные монеты, доспехи воинов и их аксессуары пришли посмотреть в сотни раз меньше, чем в Астане. При этом сотрудники нашли причину. Говорят, у них музеи давно посещают бесплатно, а в специальный день, что был накануне, приходят обычно только самые преданные. С 2018 года у нас в области посещение для граждан бесплатное. В наших залах были представлены экспонаты, которые не экспонируются в экспозиции. Это редкие экспонаты, которые хранятся у нас в фондах. Такого паломничества, как в Астане, конечно, у нас не было. Но довольно-таки много народу пришло.